Большая премьера ждет зрителей КТК. Уже в понедельник на нашем канале стартует новый остросюжетный сериал «Закира», где тесно переплетаются сразу два жанра – детектив и мистика. Главная героиня обладает сверхъестественными способностями. Она видит образы на поверхности воды и пытается разгадать тайны. Экстрасенс берется за самые запутанные уголовные дела. И путь к истине порой бывает очень опасен. Наш корреспондент Бакытгуль Окасова побывал на съемочной площадке. В темной комнате женщина в инвалидном кресле. Рядом чаша с водой, на столе зажженные свечи. Создатели картины тщательно проработали образ главной героини, прорицательницы Закиры. Свои способности она приобрела после кораблекрушения. Теперь видит странные образы на поверхности воды. Безусловно, было нелегко сыграть роль ясновидящей, передать образ человека, который владеет паранормальными способностями. К тому же мой персонаж – женщина с ограниченными возможностями. Первые два месяца во время съемок было очень сложно по несколько часов сидеть в инвалидной коляске. Ноги отекали. Закира обладает способностью видеть прошлое и предсказывать будущее. Экстрасенс ведет расследование, когда полицейские уже бессильны. Она бы и рада отказаться от мистической силы, но ее здоровье от этого лишь ухудшается. Поэтому ей приходится помогать людям. Показывать возникновение чего-то мистического через шторку. Что-то делается на монтаже при помощи различных программ и графики. Отражение в воде, да, делается. Кровь у нас всегда искусственная. Что касается постановочных боев, старался набирать эпизодных героев, которые сведущи в этом деле, которые умеют подставить, так сказать, красиво подставить щеку или ударить. Сын Закиры Айдын поначалу не верит в способности своей матери, но позже убеждается в существовании мистических сил. Он бросает службу в органах, чтобы помогать ясновидящей. Он скептик, он не верит в основном в ясновидение матери, но почему-то все равно помогает. Тем самым доказывает, что никакой мистики нету, и все это дело рук людей. Айдын в основном ловит преступников, постоянные погони, драки, спасает людей и экшена в избытке. Мистический детектив насчитывает 80 эпизодов. Съемки проходили в специально построенных павильонах КТК и на улицах Алматы. Первую серию зрители смогут увидеть уже 26 сентября. Закира будет идти с понедельника по пятницу в 16:00. Бахытгуль Окасова, Алмаз Нурдос, КТК, Алматы.